Всем добрейшего времени суток, с вами Никогда. Горыныч, и 89-я заключительная мной, часть видеопрохождения игры «Ведьмак». Это правда. Но у меня на то собственные причины, и тебя они не касаются. Убирайся, пока можешь. Уходи, пока не поздно. Хочешь сразиться со мной? Так тому и быть. Твой побег от смерти закончится здесь. Вытаскивай меч. А я боялся, что ты предложишь партию в шахматы. Ну вот и все. В принципе, вы можете отдать Якова королю дикой охоты, тогда с ним драться не придется. Мне что-то захотелось с ним помахаться. И даже знаю почему. Вот это вот тот самый двумеритовый амулет, который мы когда-то дали Алену. Третий, по-моему, часть. Так что сами решайте, отдать Алену крайне дикой охоты и ставить себе. Вот, но сейчас у нас будет болтология с Лютиком. А потом мы будем смотреть заключительный ролик. Это шедевр Motion Capture. Ну, не переключайте канал, потому что следующая часть – это все картинки девушек Геральта из игры. И кое-что от меня. Волноваться. Где великий магистр? В двух шагах от тебя. Он мертв. Я думал, что и ты тоже. Кончилось, хотя это не был приятный сон. Долго я был без сознания. Довольно долго. Орден полностью разбит, Фольта снова у власти. А я и Вин? Он приглядывал за тобой, но ему пришлось уйти. Фольтест позволит ему скрыться. Без сомнения, это ведь войска нелюди решили исход дела. А как насчет тебя, ты преуспел? Да, я заберу у Альдерсберга последний элемент и закрою эту главу. Так, ну вот сейчас с тела Якова мы возьмем украденные вещи. И, в принципе, мы закончили игру. Всем спасибо за просмотр. С вами был Горыныч и видеопрохождение игры «Ведьмак». Пока! Ты уже все нашел? Знаешь, что я нашел у великого магистра? Амулет из двимерита. Тот, что ты дал Альвину? Не знаю. На вид тот же самый, только старее. Такое ощущение, что он несколько лет носил его, не снимая. Может, хранил на память, как чей-то подарок? Может, он защищал его от враждебной магии. А может, помогал подавлять врожденные способности и навязчивые видения. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Неважно. Яков из Альдерсберга, если это его настоящее имя, мертв. Вот и конец этой истории. Что дальше? Ты о чем? Ну, сам посуди. Ты возвратил украденное и отомстил тем, кто причинил тебе боль. Ты занимался политикой и раскрывал заговоры. Ты любил и убивал. Ты прошел длинную дорогу, Геральт. И куда теперь? Только сейчас я чувствую, что для меня начинается новая жизнь. Заново рожден, огнем и кровью крещен. Новая баллада? Слишком пафосно. Жизнь проста, непредсказуема и прекрасна. Я тебя не понимаю. Ты вернулся из загробного мира,
Все злодеи мира пытались убить тебя, а теперь ты говоришь мне, что жизнь прекрасна. Что-то заканчивается, что-то начинается. Я возьму последний из украденных секретов, сделаю глубокий вдох и пойду дальше. Тогда удачи тебе в пути. Сражение в Изиме показали, как безумен был Яков из Альдерсберга. Люди перестали доверять членам Ордена, они стали считать их врагами. Фольтест использовал эти настроения, чтобы подавить Орден Пылающей Розы. Зато он простил бунт нелюдям, которые помогли справиться с мятежом Ордена. Во всяком случае, такая версия была оглашена для всеобщего сведения. Однако королевская милость была недолгой, и она не могла остановить презрение и ненависть. Скоро на дорогах вновь появилась команда. Йвин не признал условия перемирия, а его слава покорителя Ордена привлекла в Скайтаэле отчаянную молодежь. Чародейкам не удалось получить влияние на Фольтеста. Интриганы, которые строили заговоры, пользуясь хаосом войны, тоже проиграли. Со временем все вернулось к норме. Подлецы остались подлецами, а честные люди — честными людьми. Немногие знали, что произошло в те дни на улицах Вазимы. Это были те, кого предназначение столкнуло с Геральтом из Ривии. Но они предпочитали молчать. Итак, что случилось с Ведьмаком и как сложилась его судьба? Это уже совершенно другая история. Союзники, не без твоей помощи. Вот тебе золото за твой труд. Ваше Величество. Прощай, король.